В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошел круглый стол, темой которого стала психологическая безопасность. Мероприятие проходит в рамках 9-го международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2023. Сегодняшний круглый стол будет посвящен тематике «Университет в региональной системе психологической поддержки». Сегодня будет рассмотрено то, как функционирует психологическая клиника Казанского федерального университета, как выстроена работа в рамках психологического сопровождения студентов, а также будут рассмотрены актуальные вопросы и проблемы психологической службы в системе высшего образования. Психологическая безопасность в настоящее время является важнейшей частью жизни студентов и преподавателей. Именно поэтому педагогический форум не обошел стороной этот вопрос. Решением данной проблематики посвятили целую секцию. Проблеме развитию и совершенствованию психологического сопровождения в системе высшего образования. В рамках этого круглого стола мы посмотрим, во-первых, что делается на базе Казанского федерального университета, и выступим экспертами по всем направлениям развития психологического сопровождения. На самом деле это очень важный вопрос, и он давно возникал, обсуждали. И то, что сейчас Министерство образования привлекает большое внимание к организации психологического сопровождения студентов, мне кажется, очень важно. Ну, особенно в связи со всеми событиями, которые происходят, это и ковид, и прочие всякие социально-экономические изменения. Конечно, это все сказывается и в том числе и на студентах, на преподавателях. Отметим, что на базе Казанского федерального университета есть служба психологической поддержки для студентов и работников университета. Обратиться можно по телефону доверия 8 843 206 55 05. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.